Кунг-фу Продакшн представляет. Советы от тетушки Димы. Если на корпоративе ты единственный человек, который громко смеется, советую оглянуться вокруг. Возможно, это поминки. Бля, раньше думал, что воробей, ну, он маленький, а потом вырастает в голубя, типа. Иди нахуй, а. Детка. It's about time you fed me, bitch. What the fuck is you doing? Плюс вы будете единственной девушкой в компании. Что? Ну да, чё? На речку. Поехали. Что? Голышом купаться. А прям сильно голышом. Ну, я не знала. Вы тоже раздеваться будете? Прям голые. С письками. Ага. Поехали. Письки. Ха! You're gay! What's wrong with the microwave? You unplugged it. I am tired of working all day while you just lay here. Wait. What is going on, Kyla? What the f- Are you secretly a squeaky toy? Ты сосиска, а это что такое, макарон, что ли? Уда. А, это рис? Короче, быстрый обзор на новый коврик для мыши. Коврик полное говно, мышка не чувствуется абсолютно. Играть просто невозможно, для геймеров не рекомендую. 4 года потрачено просто впустую, бля. Здорово, пацаны. Да чтоб ты сдох. Дай бог здоровья. Безумно можно быть первым. Эй, йоу, пи-пи-пу-пу-чек. Пи-пи-пу-пу. Пи-пи-пу-пи.
Парни в 19 лет уже живут с девушками и строят какое-то будущее. Но я, похоже, не туда свернул. Do not shake. Huh, wonder what happens if I shake this thing. Don't. Why? Because it says not to. I think I'm gonna... Ricky, where are you? Come on, buddy, it's not that bad, see? Nice. К другим темам. Сотрудники московского уголовного розыска задержали элитных проституток, причем не в апартаментах или в квартире, а в дорогом ресторане. Ну да! Джо-джо-чан, номанаке, ядача! Ичи джо-джо-чан, ни джо-джо-чан, сан джо-джо-чан, карано, заварено! Фонарик, выключи, дура! Ичи флип-флопс, флэки, хичи, бичи, мсса! Такого в протоколе не было! Что он просто смотрит безмолвно, такой, блядь, и чё с этим делал? Как я с собакой буду общаться, дурак, что ли? Чего это делать? У тебя беды с башкой, чувак. Собаки не умеют говорить. Хочешь пусть? Когда сказали, что обслуживается маска. Тём, повернись. Покажи свою маску. Гони бабки. А я лучше по той стороне пойду. На той стороне тоже гопота сидит. Ну они, может, меньше денег попросят. Это неправда. Ну вот вы сколько денег просите? Ну косарь. А там они сотку просят. Ну давай 50 у тебя возьму. А они на самом деле вообще ничего не просят, так да и пройти. Ладно, давай мы тебе 50 заплатим. Ну ладно, давайте, гоните полтинник. Все, ништяк, пойдем. Спасибо за просмотр, друзья. Если вам понравился выпуск, поставьте лайки, подпишитесь на канал, оформите колокольчик. И до следующего выпуска. Всем пока!